Показалось со стороны, сегодня у вас был самый большой объем работы в нашей команде. Да, это, наверное, просто показалось. В принципе, все как бы бегали, мне кажется, одинаково. Особенно фланговые игроки больше всех все время бегают. Просто, может, была разряженность пространства в середине, из-за этого казалось, что мы это, там больше набегивали. Но я не знаю, надо смотреть по инстату. Показалось, соперник оказался так сложным, более сложным, чем предполагалось. Болельщики рассчитывали на 3 очка, а тут как бы ничья и закономерный итог. Ну да, наверное, это нас и это. Больше, так скажем, может быть, я не знаю, выбило, что мы тоже думали, что вот как бы сейчас с малой кровью, может быть, возьмем, что хватит там простых, может, передач по навалов или что-то еще. Вот, но первый тайм как бы показал, что команда села, а мы уже как бы не знали уже как бы что делать. Вот. Но во втором тайме мы в перерыве поговорили и, ну, и решили, как бы, что нужно правильно делать. Вот, и перестроились чуть-чуть. Ну, потом по-другому начали играть. Пенальти? Ну, там спорно, я думаю, такие дома не ставят, как бы, там, борьба, как бы, отскочила в руку, могло отскочить и другому, как бы, не знаю, как бы так. Не хватало сегодня коллег по полузащите? Ну, по Поповичу не хватало, ну, Воробьева, конечно, но Поповичу не хватало, что вот стандарты все читать. Там мы его пробовали уже, и Ефрем подавал, и второй подавал, и третий. То есть там мы хотели найти какого-то оптимального, но как бы видно потерю, как бы ощущалось. Ну ладно, оптимизация состава, удачи. Спасибо.